У ефірі програма «Новини регіону». У студії Аліна Мільщенкова. Вітаю вас сьогодні у випуску. Нові плани на Фатінську затоку. У квартирах Могильошини становиться теплей. І виніки міжнародного пленеру по живописі в образ радіми у виявленчі мастацтві. Про гэта і не тільки далі у випуску. Старшыня Магілёўскага аблвыканкама Леонід Заяц правёў прыём грамадзян і юрыдычных асоб у Асіповічах. Такім чынам да кіраўніка вобласці звярнуліся 6 чалавек. Кожнае пытанне на кантролі абласнога выканаўчага камітэта. Сям'я Сячко виховує 4 дітей і має потребу у поліпшенні жильових умов. Зараз сім'я живе у інтернаті і може претендувати на квартиру. Варіанти будівництва були, але з-за того, що ви у власності є дом у вісці, за лишні квадратні метри треба було заплатити 16 тисяч рублів. Ми згодилися на двокімнатну квартиру. Для нас це теж варіант, але грошей для постройки жилья цього у нас поки не було. Щоб внести різницю в субсидії вот эту. Леонід Заяц зазначив, сім'я заслуговує поваги, а діти повинні жити у комфортних умовах. І доручив районним уладам допомогти батькам вирішити проблему з жильом. А ось у Тетяни комунальні складаності, які тягнуться 3 роки. Каже, дах тяче, у квартири вільгать. Керівник в області потребує виправити ситуацію як мага хучей. Чому порождаються конфлікти? Сьогодні ж встанетесь, розберетесь, нічого це не предложення, а ці факти все встанете. Є. Керівник обласної комунальної служби особисто глядає дом Тетяни, виявляє як недогляд комунальників, у приватності стан фасаду і даху, так і факти неправильної експлуатації жилля самими жихарами. Наприклад, з порушеннями встановлені вікна, нема вентиляції. Ми будемо приймати определені рішення, в частності, це по капітальному ремонту кровлі і утепленню чердачного перекриття. То, що вас сьогоднішній день безпокоїть. Но в то же самое время обращаю ваше внимание и на содержание своей квартиры, которая имеет место, да, которое мы вам указали и которое необходимо досрочно до начала зимы устранить. Усяго на прием до керовника в области пришли 6 жихаров Осиповицкого района. Кожное питание – это уластная проблема конкретного человека. И, как отзначая старшиня облвыканкама, тут важно не только послухать, але и почуть. Попробую вам помочь. Ой, я буду рада. Андрей Шулят, Юліана Шлыкова, Александр Тарасов. Новини регіона. Усі актуальныя пытанні, што агучваюць кіраўніцтву аблвыканкама грамадзяне падчас сустрэч у калектывах ці па месцы жыхарства, атрымліваюць свой працяг. Напрыклад, Фацінская затока – папулярнае месца адпачынку. Таму жыхары мікрараёна звярнуліся з просьбай добраўпарадкавання гэтай тэрыторыі і атрымалі падтрымку. Падчас сустрэчы са старшынёй аблвыканкама Леонідам Зайцам жыхары мікрараёна Фаціна адзначылі, што тэрыторыя затокі павінна быць сапраўдным месцам адпачынку. То бы хацелася. Детскую площадку хотелось бы. Ну, что-нибудь для детей таких помладше. Постарше много чего, турники, горки. А для маленьких совсем поковыряться в песке. Особое удовольствие. Чего бы хотелось? Ну, видите, вот как все заросшее. Чтобы облагородили, чтобы культурно было. Хотелось бы горки, турники, ну, какое-нибудь кафе, ну, еще. Улады громадян почули и пропоновали свой шлях добраупорядкования этого места. Нами разработан на сегодняшний день план мероприятий, определены участки для посадки деревьев, определена пешеходная дорожка, где будет устраиваться. И этой осенью при надлежащих погодных условиях мы вместе с жителями этой микрозоны будем заниматься озеленением. А перед початком купального сезону на березе плануют установить лавки, урны для смеття. Коли добраупорядкование территории каля Фатинской затоки у планах, то некоторые проблемы этой микрозоны уже вырешены. Как повысить уровень безопасности пешеходов, по просьбе жихаров на дорозе побач со школой уладковали штучную неровность. Дарья Семенько, Александр Артемьев, новини региона. Тепло почало поступати у жильовий фонд Могильошини. Відповідне рішення напередодні підписав старшиня Могильовського аблвыканкама. Відповідні рекомендації отримали усі ГАР і райвыканкама Могильовської області. Як відзначили у відділі енергетики і паліва Комітету економіки аблвыканкама, підключення жилих домов до отеплення буде проходити поступово. У кожному районі таке рішення приймається індивідуально на місце, згодно з умовами надвор'я. Так само у аблвыканкаме удакладнілі, пакуль подключение проходит без особливых проблем. Системы отопления в области были полностью подрыхтаваны до подключения тепла.
Звання ганаровий громадянин Дрибінського району присвоєно старішому жихару, герою соціалістичної праці Олександру Байкову. З 90-м днем народження знакомитого тракториста особисто повіншував керівник в області Леонід Заєць. Александр Алексеевич завсёды не стиханы, у любы момант готовы пажартаваць, кажа яго жонка Алла Рыгоровна. 20 лет уже живу вместе. Это вторая была жена. Ну, я жена умерла. Ну, первая жена умерла. Первая умерла. Ну, так по-хорошему сошлись. Женщина такая працавітая. Про свою працавітасць Александр Алексеевич стаў жывой легендай Дрыбінскага района. У 44 гады звычайны трактарыст атрымаў званне «Герой сацыялістычнай працы». Ён адраджаў сельскую гаспадарку ў пасляваенныя гады і з пашаны прадстаўляў Магілёўскую вобласць. Быў депутатам Верховнага Савета СССР і заслужаны настаўнік работаючай маладзёжы. І членам абкома быў. 4 гады Могилёвска. Таты ганарыліся ўсе, а дзеці асабліва, кажуць сыны юбіляра. Менавіта на прыкладзе бацькі яны вырашылі стаць трактарыстамі. Мене 4 хлопцы. І хлопцы все хорошы. У свой паважаны ўзрост Александр Алексеевіч не сядзіць дома, заўсёды сустракаецца з моладзю. Это ум, честь и совесть нашей эпохи. Вот этих словах можно, если их расшифровывать, то можно говорить очень долго. Это действительно человек, который и задает молодым азарт, поддает, и который может посоветовать что-то, и у которого действительно есть чему поучиться не только молодежи, а и людям уже такого возраста пожилого. Керавник в области Леонид Заяц особисто повиншовал 90-годзем Александра Байкова, чье имя занесено у биографию Могилевщины. Это аграрий Могилевской области, от людей Могилевщины. Я думаю, что они тоже самое присоединятся к этим многотысячным поздравлениям ваша адрес. Александр Алексеевич у свою чергу поделился секретом долголетия. Николи не сумовать. Татьяна Сергійчык, Віталь Алексеенко. Новини региона. 24-й міжнародний пленер по живописі в образ Радзімы у выявленчым мастацтве, присвячены году малой Радзімы, завершився. У ім разом з беларусами прыняли удзел мастакі з Казахстана, Росії, Украины, Афганістана, Узбекистана и Паўднёвай Кореї. Яны працавали у природном музеї заповеднику Василя Поленова и у Бялынскім районе и представили свои работы на выніковой выставе. Пленерный рух народился у Могилевской области в 1996 году. С тех часов пленеры стали традиционными. Его удельники передают написанные работы областному мастацкому музею имя Павла Масленникова. Таким чином у фонды от сучасных мастаков поступило около 2000 творов у разных стилях и жанрах. Вельми приемно, конечно, что люди разные из разных краин. Это вельми узбогачает за усёды. И яны повезут успомин про Беларусь. Работы мастаков можно убачить на выставе у музея Масленникова до конца кастрычника. Константин Титамиров, Алена Громова, Александр Тарасов, Новин региона. Дрэнныя умовы на дворе прогнозуют синоптики на первый день кастрычника. У сувязи с моцным парывистым ветром до 20 метров за секунду. По области увогуле обвешаны оранжевый узровень небяспеки. У нашей раницы короткочасовые опадки, а слупок термометра будет показывать у день плюс 13, плюс 15 градусов. А по информации Аблгидромету, надвор'я зараз будет вызначать атмосферный фронт с Заходней Европы и настойливые поветренные массы. У среду прогнозуются короткочасовые опадки. Так само порывистый ветер, але при этом довольно высокие температурные показчики. У день от плюс 15 до плюс 20 градусов. У четверг слупок термометра спустится крыху ниже. У день будет плюс 18 и дажджы. Дарэчы, по словах синоптика, у короткочасовые опадки прогнозуются вогуле до конца тыдня. А слупок термометра протягнет спускаться ниже. У выходные по прогнозе только плюс 11, плюс 13 градусов. И у додаток вернутся ночные заморозки на глебе. Самые актуальные новины в области на сайте tvrmogilyo.by, так само в группах у социальных сетках. А я на этом с вами развитываюсь и ожидаю вам добрых новин. До встречи.